Ребята, всем привет! Сегодняшнее видео будет, можно сказать, экспериментальным, так как перед началом работ по его созданию я совершенно не имел никакого представления, получится из этого в конце что-нибудь толковое и будет ли все это вообще работать. Но получилось все довольно-таки интересно, самоделка заработала. Ну а сама идея созрела сама собой в моей голове, когда я только открыл этот ржавый железный ящик, в котором я храню всякие поломанные инструменты и разные кажущиеся полезными железяки. Ну что ж, мне пора за дело, а вам приятного просмотра. Thank you.
Ну вот, друзья, самоделка уже полностью готова. Очень интересно, как она покажет себя в деле. Поэтому приступаем к тестированию незамедлительно. И начнем с такой березовой чурочки. Она, конечно, еще совсем сырая, а разводка зубьев больше подходит для сухой древесины. Но главное, что не заморожена, так как хранилась в теплом гараже. Ну что ж, друзья, как видите, идея рабочая, протестированная. Теперь можно и за елкой в лес идти. Если, конечно же, у вас есть разрешение или какая-нибудь лицензия на спил деревьев. Надеюсь, вам понравилась данная идея. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. До встречи в Новом году. Пока!